2 кило с Apple Pencil против каких-то мастеров, софтеров и элит. Я выхожу. Вот, минус 98 с одной хаешки, это просто пипец. Как мне сейчас выиграть это пипец? Получилось, в принципе, то, что я и хотел. Поприседаем. Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Аполлон. И этот большой видеоролик по стенду в 2 на моем канале дропается с весьма очень интересной и аутентичной идеей. В этом видеоролике я, еще со мной прекрасная девушка, женщина. В этом видеоролике я сыграю с помощью, мне кажется, никто такого не делал, Apple Pencil. Да. Перейдем к моему рабочему месту, дорогие друзья, и сейчас мы будем играть с помощью Apple Pencil. Да, вот с помощью вот этой штучки я буду играть в сегодняшнем видеоролике. Просто смотрите и любопытство не пишем бандагангадабах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 ah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 
Этот видеоролик я записываю 15 марта, и обновление на iOS еще пока что не вышло, но на Android и AppGallery что там еще есть. Вышло. Я бегом начал записывать этот видеоролик, потому что звание ВММ у меня еще осталось. И игроки айосовские тоже сейчас играют, шпили-вили, трах, осуждаю, делают в каточках. В новом обновлении будет новая калибровка, и у меня там не будет никакого звания. Поэтому я хочу сразу вам сказать то, что я буду играть против фениксов с помощью Apple Pencil. Да уж. Приятного просмотра, это пик. Прикиньте, я в итоге играл против софтеров, багаюзеров, кламсеров, легенд, элит, мастеров. При этом я был на Фениксе. Да уж, прекрасная система баланса. Шедевропоносные разработчики. Ну что, дорогие друзья, приступим. Я поставил соответствующую аватарочку и соответствующий никнейм себе в стенду 2. И вот у нас Apple Pencil есть, готов, и, в принципе, я тоже готов. Let's go, что-нибудь потыкаем, как все работает. В принципе, листается и так далее. Ой, а слушайте, а вот это удобненько, да. В принципе, let's go, полетим прямо сейчас в союзники. Sandstone, let's go. Не повезет, конечно, моему тиммейту. Извиняюсь. Приняли. Приняли ислам. Все, что угодно. А осуждаю, кстати, все, что угодно принимать нельзя, не надо. Да, дорогие друзья, не надо, не надо. Элита, чемпион. Тут элита. Может быть, глобал какой-нибудь есть? Не, это новая, свежая элита. Это вообще legend. Ну, в общем, я обращаюсь к разработчикам Stando 2, насколько вы сосы, что мне на Фениксе кидают легенд и прочих типов. Я хз, что с балансом в этой игре. Ну, мы что-нибудь попробуем Apple Pencil сделать в этой игре. В голову дал. 14 урона, конечно, рега урона охуительно в этой помойке 2. И я попаду куда-то в плечо. Я хуй знает. Как же мне сейчас не повезло. Это было настолько фрикил. Ладно, мой тиммейт соло справляется, пусть будет так. Ну закупись, я сейчас пробью экран нахрен. Давайте пальчиком будем себе помогать. О, вот это прикольный скин, я его не видел в игре. Еще не смотрел на такой фэнфал. Прикиньте, какой тайминг. Я начинаю пробегать, чел сразу будет префать. Какое лаки. Почему на меня? У тебя под тобой чел просто сидит. Ему похуй, он будет префать меня, хотя даже инфы особо нету. Не, инфа, конечно, есть, но я не знаю, я очень поздно на позднем тайминге вышел, и я хз, че он так долго меня высматривал. Я сейчас пересматриваю этот видеоролик и хочу сам себе задать вопрос. А почему, Аполлон, ты оправдываешься и считаешь, что реально из-за какого-то везения человек вот так вот поступает, двигается и так далее? Лично я просто забываю одно но. В этой игре дохренища читеров.
Нужно не забывать про это и не думать, что тебе где-то не повезло и где-то лаки поставили префайр. Нужно еще раз перепроверить профиль и понять, что это г**дон с говном. Эта параша уже полностью гниет в читаках. На одном квадратном метре будет сотни читеров. Так что не думайте, что дело в вас или в каком-то рандоме. Дело в игре. Ну, блять, что за тайминг? Я начинаю перезаряжаться сразу в спину, типок, выскакивает. Ладно, сеймить невозможно этим пенсилом, очень сложно. Хз, зачем прыгать вообще? Прыжок — это было самое тупое, что можно было сделать на самом деле. Старайтесь в таких шутерах, дорогие друзья, не динамичных. Ну, в плане, сравнив его там, с PUBG Mobile или с Call of Duty Warzone, там-то прыжки можно, да, делать, а тут они слишком долгие и руинящие отдачу. Много еще руинят прыжки, поэтому не советую их делать. Но тиммейт вообще нихуя не чекает. О, видите? Это софт, я понял. Блин, ну почему мне на видос софт попадается? Можно какого-нибудь нормального игрока? Чел просто с ВХ хуй. Он просто на лютых лагах передвигается, в такое даже невозможно попасть. Какая игра за тупо, ребят? Вы реально в нее играете? Это пиздец, я сочувствую людям, которые играют в эту помойку. Максимум, на что способна эта игра, так это просто ебать ЗБ нахуй в свое удовольствие. В ММ все бага-юзеры, блять. Софтеры, блять. Короче, в удовольствие не поиграть. Ура, хотя бы один килл. Сыпал пенсил. Два килла с Apple Pencil против каких-то мастеров, софтеров и элит. Приятно, приятно, хоть что-то сделали для контента в этом видеоролике. Тиммейт пытается меня как-то поддержать, ну точнее, мотивацию поднять. Мотивацию должен быть. Всегда! Знал бы ты, как я играю. О, я накоцал типа с хаешки очень хорошо. Я думаю, они сплитанули. И я могу вот так вот запушить. А, ну я понял, чел уже окончательно подрубил какой-нибудь пинг лютый, да? Да, да, 160, 100, это уже, наверное, кламси какой-то. Я не шарю особо, но в любом случае, игра помойка, ребят. Вот такие вот аватарки одобряю просто у таких игр и название тоже. Смачно сыграл с Apple Pencil. Gold 4 может кинуть и противников попроще, так что попробуем сыграть на Gold 4. Короче, я пошел в следующую катку с Apple Pencil, и там я дал 8 киллов. Охренеть. Кстати, в новой обнове вышел новый пас. Как обычно, миллион скинов завозят разрабы ради бабушек. Бабок. А разницы же никакой. Короче, на GG Standoff появилась возможность выбить новый пас и скины, но предложение ограничено и скоро его уберут. Также GG Standoff добавили новые бесплатные кейсы, офигеть, с помощью которых ты можешь прокачать свой инвентарь, именно для этого они и добавили эти бесплатные кейсики. Крутишь кейсы, чем больше открыл кейсов, тем больше тебе дают бесплатных и крутых кейсов. Еще на GG Standoff появилась дуэль. Ты открываешь кейс, и твой противник из интернета тоже открывает кейс. У кого лучший дроп, тот забирает все. Не знаю, можно ли там играть с друзьями, но если вы будете играть с друзьями, вы их определенно потеряете. Используй мой промокод PENCIL, он даст приятные 20% к пополнению и бесплатный барабан бонусов. Также не забывай участвовать в других ивентах на сайте GG Standoff, ведь везде ты можешь смачно поднять голдишку. Желаю тебе удачи! Кстати, по традиции, бесплатный кейсик тебе, вот код. Ссылки на GG-шечку в описании и в закрепленном комментарии. Полетели дальше. Так, и что у меня за тиммейт? Тиммейт обычный Феникс, Голд. В принципе, не супер, ну, довольно-таки новичок. Более-менее обычный игрок помоечки 2. А другие два типа... Ну, в принципе, тоже два таких простеньких типа. И, в принципе, думаю, у нас может вообще что-то получиться в этой каточке. Сделать, сыграть, выиграть.
нравится. Погнали, ребят. Я попробую сфокусироваться на этой игре. Играю с Apple Penis. С Apple Penis. Апнул Феникса. Ой, хорошо, поделились тиммейтом на двоих этих типочков. Окей, его пушат, походу, да? Ну, это плохо, они очень закрыто отыгрывают. Ай-яй-яй, как налетели на меня. Ну, блин, опять его пушат в тот момент, и я ухожу в этот моментик. Камон, ну тут не выиграть. Ой, он уже вообще в упоре. Не, ну реально, у тиммейта проблемы. Это я явно понимаю, то что он не может просто хотя бы одного убить. Он крайне странно отыгрывает. Я в итоге просто тут стою, пустое место. Блин. Ай-яй-яй, так хотел еще 2 кило за раунд сделать. У нас есть все шансы с типочком этим выиграть эту катку. Вот я бы 2 хаешечки закинул, какие-нибудь молотов еще к тому же. Опа. Не, ну это вкусная хае. Я могу не ожидать, что тут снизу. Да, нормально. Я просто с Apple Pencil типов выношу. Закрыто сыграем, у меня калаш, в принципе, они будут пушить, скорее всего. Что за тайминг? Ну, сука, они ползут 3 секунды, блядь, и он уже тут. Он топнул на песках, он, блядь, за миллисекунду дополз мне в спину, нахуй. Вот что за рандом, блядь? Ну, это пиздец. Это реально, нахуй, полная хуйня по скорости, блядь. Как же тут быстро люди шифтят, блядь. Плохо. Опа, хорошо, подождите. Вот, минус 98 с одной хаешки. Это просто пипец. Как мне сейчас выиграть, это пиздец. Блять! Но он опять в спину заходит. Это клоуняра, а не игрок. Он меня в спину уже 3 раза за катку убил. Ладно, ничего страшного. Блин, очень хочу выиграть, чтобы вернуть Феникса. Это было прям идеально. Я, возможно, сейчас удачно запушу. Сейчас тиммейт разбайтит, смотрите. Я выхожу. Ебать! Они очень закрыто стояли. Камон, я должен был хотя бы одного убить. Ну ладно, МТМ. МТ-шечка. Да и тиммейт глупо сыграл, опять, сука, слился. Ну, я попробую дроп взять, в спину зайти, не знаю. Ну почему мне за стену дают? За стеной дают! Ну ебаная хуйня, игра, бля! Я ебал, удалите ее на... Фух, слава богу, тиммейт минус 2 дал, а то он бы сейчас слился, мне бы шару повесили бы. На ходу в голову, как это бывает. Стендовчики отдача же, ну, позволяет вешать в голову на ходу. Играю, хуй, боже, проработано, ё-моё. Он просто в смог прошел, блядь. Тогда он ебан. Это реально тупизм полный. Идти, блядь, в смог. Это насколько ебаном быть. А реально, он овощ. Он овощ, реально. Типа, вы видите, как он играет?
Этот типок не читается, потому что он очень тупой. Он совершает, ну, непредсказуемо глупые вещи. Нормально я на топ-1 табе отыгрываю 8 киллов просто с Apple Pencil. Ха-ха-ха, домой! Домой, поприседаем! Боже мой, господи! Я просто радуюсь, что убиваю просто с этого говна, дорогие друзья. Я не такой токсик над противниками, не обращайте внимания. Я в эту игру даже особо не играю. Я могу посрать. Сейчас вот такую дадим. Один раунд, и мы проиграли. Боже мой! А я его прошил, но, блядь, почему в голову, когда я прошиваю, ну, вообще никакого урона? Камон, разве 60 урона? Ладно. Просто ладно, просто ладно, окей, без проблем. Фух! Не, ну, в принципе, прикольно, мне понравилось. Чисто слил Феникса и все. Похер. В принципе... Да! Мне понравилось, я эмоции классные получил, ребят. Ну, в принципе, такой видеоролик получился. Извиняюсь, что немножко бомбил, горел и проклинал эту помойную игру. Так получается, бомблю невероятно, когда игра максимально поломана и действительно бомбит с того, что игра не проработана, и ты проигрываешь в катке просто, грубо говоря, из-за того, что какой-то баг случился, и убийство за стеной, и это прям нервишки, ты начинаешь шалить, когда такое происходит, и поэтому вот такое и происходит с горением. Но я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. В принципе, в любом случае, я остаюсь в помоечке. В каких-то моментах, когда-то она меня реально притягивает, и хочется чуть-чуть подрочить, поиграть в эту игру. Так что, разработчики, пожалуйста, нахуй займитесь игрой, а не скинами. Пожалуйста, нахуй займитесь скинами. И тогда, возможно, этот язык будет чище. Всем спасибо за просмотр, с вами был Аполлон, до скорых встреч, до следующих видеороликов, удачи!